Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев вынес на рассмотрение Народного собрания кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Сдунова на пост председателя правительства Республики Дагестан. Занимавший эту должность Абдусамат Гамидов был задержан по подозрению в мошенничестве. Также под стражей оказались его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и бывший министр образования Республики Дагестан Шахабас Шахов. Напомним, что 5 февраля президент Республики Татарстан Рустам Миниханов посетил Дагестан со своей делегацией. Вероятно, что помимо торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, Рустам Миниханов и Владимир Васильев обсудили и кадровые вопросы. Республика Татарстан стремительно развивается, поэтому неудивительно, что другие регионы не только хотят перенять опыт, но и укрепить свое управление новыми кадрами. Назначение на пост Артема Сдунова откроет новые возможности развития для Дагестана. Такое назначение открывает пути для нового сотрудничества двух республик. Вероятно, что и Казанский федеральный университет получит возможность построить партнерские отношения с вузами и научно-образовательными центрами Дагестана. Министр экономики Республики Татарстан окончил Казанский государственный финансово-экономический институт, который сейчас входит в состав Казанского федерального университета. Поэтому его можно полноправно назвать выпускником КФУ. Под его руководством Министерство экономики тесно сотрудничало с Казанским университетом. Был организован совместный проект «Фабрика предпринимательства», направленный на организацию и развитие бизнеса студентами. В рамках проекта телеканал «Универ ТВ» выпустил ряд программ. В 2017 году правительством Республики Татарстан в собственность университета были переданы контрольные пакеты акций регионального инжинирингового центра медицинских симуляторов «Центр медицинской науки» и регионального центра инжиниринга в сфере химических технологий. Это 25% плюс одна акция. Оставшаяся часть акций передается университету в управление. Такое событие позволило вузу стать соучредителем предприятий. Центры перешли под управление КФУ. Инжиниринговые центры стали частью регионального университетского центра развития инноваций. Он был создан в рамках федерального приоритетного проекта вуза как центры пространства инноваций на базе Казанского федерального университета. Проект был одобрен Министерством экономики Республики Татарстан и направлен в Министерство образования и науки Российской Федерации. Мы верим, что Артем Сдунов на своем новом посту в столь неспокойном регионе справится с работой, и Республика Дагестан получит необходимый толчок к развитию. Артем Тупичкин, Универньюз.